Пенсионерка превратила в помойку свою квартиру. Фекалии! Влилась! Коричневая жижа страшная, липкая, вонючая, абсолютно невозможная. Ни руки не отмыть от нее, ничего. Вы сейчас подниметесь, вы увидите, что там на полу творится. У нее есть унитаз, но он у нее не рабочий. Я не знаю, куда она ходит в туалет. Видимо, в ванну. А она такая и была. У нас в магазине, вы знаете, или на улице встретишь, если соседка челку расчесала, все, праздник. Она так и ходит в этой юбке 20 лет. Я не знаю, 30, сколько ей самой. Она не переодевается, она не моется. Зачем в ванную, в раковину удобнее? Ну, слушайте, к странному выводу они пришли, как бы на них льется говно с потолка от соседей. И они делают вывод, что эти соседи суют в ванну. Наверное, как бы простое и вполне себе удовлетворительное объяснение было бы, что они просто дрищут на пол. Скажите, пожалуйста, вы в курсе, что на вас жильцы жалуются? Да, сказали вчера. Это ей 30? Вы понимаете, почему на вас жалобы? Да, у меня вот тут вода была, я сама тут эту вон. Что у вас с водой случилось? Да она у меня пробегает, у меня маленько, я ее... О, чуваки! Случилось? Да она у меня пробегает, Ну вот, что и требовалось доказать на самом деле. Англичанка гадит, причем в самом что ни на есть буквальном смысле. Я маленькая, я... Хотя если в ванную можно кинуть дрожжей, будет брага на самогон, подруга не пальцем делана. Да бывает, вот настроения нет у меня, почему? То есть у вас нет настроения убраться? Понимаю. Двухкомнатная квартира пенсионерки больше похожа на помойку или загон для животных. Кухня захламлена. Мусор женщин... Похоже на Россию, на самом деле. Такой микрокосм России. Женщина не выносит, складирует прямо здесь. Ванная, так же как и раковина, покрыта... Это есть легендарный чай, который 10 раз подогрели и подали детям. Чел, у нее тарелка кала стояла на столе, когда первый раз панораму квартиры показали. Я говорю, что-то вы подмечаете, вообще не то, по-моему. Здесь же возвышается башня из использованной туалетной бумаги. В удручающем состоянии и туалет женщины. Слив не работает, пенсионерка испражняется прямо на пол. Вы в туалет куда? Видите, блядь? Видите, блядь? Я был прав. Это кашка фронтовая. Да, 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 на полу тоже. Веник в г***е. Ну, мы знаем, да, как бы, эхо Москвы так-то закрыли. Есть так. А, ты про видео? Окей, окей, ладно. Ну, так я представляю себе твой быт, если бы ты остался в Рашке. Ну, как бы, да, это вполне себе реально. Тебе дочь, походу, утонула в этом мусоре и растворилась в нем. А так бывает. У хордеров такое случается, когда родственник просто пропал в мусоре. Таких реальных кейсов полно. В том числе и из США. Можете загуглить. Просто мусор не замораживает, а так бы норм было. Да, она еще как бы и туалетную бумагу оставляет себе, так скажем. Вместо того, чтобы возвращать ее судьбе, она ее оставляет себе. Это есть сальтушка, которая предлагает госуслуги с куфом за принятие повестки. Ты про бабку? Да. Ну слушай, бабка и правда чем-то кого-то напоминает. Ее чат победил унитаз. Ты думаешь, унитаз просто засорен говном или там какая-то более глубинная проблема? Не знал, что Маша бабка стала журналистом и сейчас у микрофона. Окей.